25 лет независимости страны. Казахстан сегодня отмечает национальный праздник, и в честь юбилея решено назвать мост через Иртыш, построенный тюменцами. За сдачу объекта в срок «Мостострой-11» получил благодарность от соседнего государства. Наше предприятие сооружало мост в Павлодаре почти 3 года. В сфере дорожного строительства мы сотрудничали и раньше. Так, к примеру, в 2011 году тюменские специалисты возвели в Кастанае капитальный переход через реку Тобол. Мы все равно всегда привилегии даем нашим соседям Российской Федерации. Всегда. Потому что мы дорожники вместе работаем. И руководство понимание у нас полуслова. Например, другими государствами у нас переговоры идут. И бывает 3 дня, и 4 дня, и бывает. А мы вот, например, российскими коллегами, мы за какие-то короткое время взаимопонимать четко. Переговоры ведем, договариваемся, решаем и дальше работаем.